Давайте с вами поговорим по поводу Ирана. Насколько для вас лично стало удивительно та ответка, которую Иран как бы послал Израилю в отместку за удар по комплексу зданий посольства в Дамаске? Ну, однозначно было ясно, что Иран вынужден будет реагировать, хотя он очень не хочет ввязываться во все, что произошло, открыто, я имею в виду, ввязываться во все, что произошло после 7 октября. Это, по большому счету, не его игра. Иран привык больше имитировать ненависть к Израилю. То есть это тот самый идеологический хлеб, которым Иран кормит и свой народ, и соседние, в основном, шиитские народы, почти 40 с лишним лет, около 40 лет. А тут, когда, как говорится, надо было реально показать, то есть Иран просто вынужден был спасти свое реноме. Он бы был рад не реагировать или как-то обойти. Если помните, в прессе проходило, что после убийства Сулеймани, генерала Сулеймани, Гасыма Сулеймани, была договоренность, которую недавно Трамп слил, что Иран и США договорились. Иран сказал, мол, я ударю в ответ, да, сымитирую удар, чтобы спасти свое реноме. И Америка на это согласилась. На тот самый удар, который тогда был ответный со стороны иранского корпуса стражи исламской революции, совершен по американским объектам на территории Ирака. В этот раз приблизительно такая же ситуация. Да? То есть Ирану нужно было спасти реноме. В итоге он это сделал. Те, кто на его стороне, они аплодируют. Те, кто против, они говорят, что ничего Иран не добился. То есть получается и Израиль, и Иран достигли поставленных целей, как бы это цинично не звучало. Резван, смотрите, меня вот в этой всей истории, честно сказать, удивляет позиция некоторой части украинского экспертного сообщества. Вы, наверное, удивитесь, почему я говорю про украинское экспертное сообщество, где имение, а где наводнение. Но вы понимаете, эта тема мне особенно близка. Так, имею в виду украинское экспертное сообщество. Так вот, когда Иран атаковал Израиль, вот тут же возникло два нарратива. Первый нарратив: есть ось зла, а есть ось добра. То есть Украина часть оси добра и воюет с осью зла, которая, ну, оформилась. Это Тегеран, это Пхеньян, это Пекин и это Москва. Ну, естественно, Украина со всем Западом на правильной стороне истории. Так? Второй нарратив – это какая-то обида на Запад, что Запад не защищает Украину так, как не защищает Израиль, не закрывает небо над Украиной от ракет государства-агрессора России. И, честно сказать, вы знаете, я задумался, и вот почему, да? Потому что, ну, на мой взгляд, подобная позиция, она абсолютно контрпродуктивна, да? То есть понятно, с пиаровской точки зрения это то же самое, что делает государство-агрессор Россия, когда говорит, что воюет с НАТО. Потому что воевать, скажем, с НАТО, да, это, ну, круче, чем воевать только с Украиной, да? Быть частью оси добра, воюя с осью зла, намного круче, чем воевать только с Россией. Понимаете? Но пиар пиаром, но это же все-таки война. Не кажется ли вам, что здесь есть серьезная методологическая ошибка Украины, связанная с тем, что мы постоянно хотим вот быть какой-то частью коллективного добра? Вот я смотрю, Азербайджан имеет отношения с Израилем, очень близкие. Иран сосед Азербайджана. Азербайджан, наоборот, подчеркивает, что мы тут на юге, мы вот для вас, да, мы безопасны, да, то есть вот вы можете на нас рассчитывать в этом смысле, что с нашей стороны угрозы не придет. И вообще Азербайджан занимается движением неприсоединения, то есть как бы является активистом этого движения. Не кажется ли вам ошибкой, что Украина вот так вот рьяно себя постоянно пытается ассоциировать с некой борьбой с Запада против оси зла? Ну, давайте признаемся, что это не только в Украине, так? Просто вам близка эта тема. Большинство, к сожалению, стран, чтобы создать легкую, простую конструкцию, да, дуальную, хороший, плохой, злой, добрый, холодный, горячий, черный, белый, сторона добра, сторона зла, так легче манипулировать.
И над этим очень сложно подняться, ведь это же легче, да, вот манипулировать так. К сожалению, Украина сейчас тоже переживает, но это пройдет, это этап, который Украина ускоренным темпом сейчас проходит, особенно последние 2 года. То есть, когда все иллюзии рано или поздно, как говорится, они все исчезнут. Но для этого нужно время. То есть вызреет и украинское общество, и его аналитическое и экспертное сообщество, которое поймет, что безопасность и процветание не находятся рядом с кем-то, оно внутри. Это, наверное, вы согласитесь, что точно так же, такие же экзамены переживает и сдает каждый человек. Очень же легко обвинить в своих ошибках, в своих неудачах кого-то по жизни, сказать, ну вот что-то пошло не так, поэтому мне не получилось. И смелость, победа, в первую очередь, самая сложная победа – это победа над собой. Да, кстати, в исламе тоже это определение есть. Малый джихад и большой джихад, да, на с противником. А большой джихад – это война с самим собой. Это самый сложный, поэтому он большой. Вот точно так же каждое общество, спихнуть, я извиняюсь, все проблемы на кого-то, себя назвать хорошим, а окружающих плохими. Приблизительно такие же ошибки в свое время совершила соседняя с нами Армения. Да? Она на стороне якобы добра была, всего древнего, всего светлого, всего цивилизованного, да? А кругом вот плохие эти басурмане и так далее. И я не сомневаюсь, что Украина переживет это, да? Пройдет этот экзамен. К сожалению, Азербайджан тоже прошел по итогам 30 лет с лишним горькой правды. Да, то, что мы поняли, что можно опираться только на свои силы. А чтобы опираться на свои силы, надо начать с мелочей. Не замахиваться на что-то большое, грубо говоря, не брать в долг, когда ты хочешь построить или купить что-то, то, что тебе не по карману. Ведь если ты возьмешь в долг или тебе помогут, тобой будут манипулировать. Да, ты попадаешь в зависимость. Лучше пошагово в жизни и вообще любого человека его пошагово реализовывать. И вот это пошагово Азербайджан реализовал в течение 30 лет. Сперва нужно было остановить войну, как бы это нам обидно не было, мы потеряли земли. И несмотря на реваншизм и внутреннее недовольство, мы смогли. Гражданская война была в Азербайджане. Не дай бог вам. Это на фоне войны и внешней агрессии началась гражданская война. То есть мы опустились на самое дно, дальше некуда уже как-то, да? И остановив войну, затем стали на втором этапе развивать экономику. То есть зарабатывать, чтобы свои мечты реализовывать, засовывая руку в свой карман, не протягивая руку кому-то. И уже третье создание военно-промышленного комплекса, да, армии по натовским стандартам и так далее. Ведь все это делалось не только для того, чтобы освободить территорию в Карабахе. Да? И вот приблизительно такой же этап, наверное, пройдет Украина. Резван, говоря об Армении, вот тут один из наших коллег, он опубликовал на Фейсбуке вырезку из выступления Пашиняна, ну, на армянском языке, но, очевидно, перевод здесь корректный, где на вопрос, что такое Арцах, Пашинян отвечает, Арцах – это элитный ресторан в Иждиване, да? Ваня. Да. Да, ну как бы вы могли прокомментировать, да, вот если я просто не владею армянским, но если действительно так, и Пашинян это сказал, это, ну, я думаю, что, ну, наверное, более, скажем так, ёрнической реплики, которая могла бы раздраконить оппонентов Пашиняна, сложно было бы найти, да, то есть такое ощущение, что он специально идет в этом направлении, мы с вами уже обсуждали, то есть как бы он сейчас, по сути, ну, выполняет ту функцию, которую долгое время выполняла азербайджанская пропаганда, ну, скажем так, да. Вот, а как вы считаете, вот этого Пашинян пошел ва-банк? Мы как раз правильно вы вспомнили, мы в прошлый раз с вами тоже обсуждали выступление Пашиняна в парламенте. Он продолжает лечить свой народ, он хочет понять, кто и как будет ему оппонировать. Да? Ведь Идживан – это его родина маленькая, он родом из Идживана, и он как бы на своем примере, на примере своей малой родины хочет сказать, что так называемый Арцах – это просто
стала символом, где можно заработать деньги. Рестораны, ну, я не знаю, и так далее. Да? Конечно, это больно. Наверное, вы увидели в зале, особенно как молодежь смотрела. Да? Но он пытается растормошить свое общество. Я считаю, что он довольно смелые шаги делает. И, как вы верно отметили, скорее всего, идет ва-банк. Значит, есть причины, почему он сейчас, именно сейчас это делает. А какие это могут быть причины, на ваш взгляд? Вот почему именно сейчас мы же видим, что вот по крайней мере вот несколько сигналов, они дают понять, что Пашинян пошел ва-банк. Первое, ситуация на границе. Очевидно, что она была, ну то есть, скажем, со стороны Пашиняна намеренно успокоена, да, вполне возможно, что Пашинян, либо кто-то из его команды принес извинения перед азербайджанской стороной, именно поэтому, ну, эта ситуация быстро урегулировалась. И второе, просто каскад выступлений Пашиняна, одно за одним, где Пашинян, он просто бьет вот в самое сердце некой пропаганды, которая существовала до этого в Армении и которая, ну, скажем откровенно, закрывала рот большинству населения, потому что мы понимаем, что большинство армян, так же как большинство азербайджанцев, большинство украинцев, ну, любое абсолютно подавляющее большинство живет своей обычной жизнью, да. Так вот, вот это вот небольшое компактное армянское меньшинство, оно как бы навязывало некий дискурс, да, вот конфликтно связанный с Карабахом и так далее, вот как бы против Азербайджана. И сейчас с ним конкретно борется Пашинян. Вот с чем это связано? Это в преддверии парламентских выборов, либо в преддверии чего? Значит, Пашинян понимает, что для того, чтобы поднять субъектность Армении как независимого государства, нужно освободиться от этих нарративов, через которые внешние силы и манипулируют Арменией и армянским народом. Кто манипулирует? Россия, Франция, ну и еще ряд стран. То есть лечение народа, он понимает, что если он не вычленит ту часть, которая готова воевать за эти нарративы, с ним воевать, не с Азербайджаном, то есть внутренних, да, противников, не врагов, а противников. Он хочет оголить это, понять, кто это, кто за ними стоит, а после этого я не знаю, что он с ними будет делать. Может, он им уступит, может, он их победит, но без этого всего он не сможет подписать мирный договор с Азербайджаном. Да? То есть сперва нужно симптоматику найти, нащупать, пощупать пульс, потом уже понять симптоматику. Вот он сейчас это и делает, чтобы затем принять, наверное, какие-то решения. Я думаю, я надеюсь, решение относительно подготовки и подписания мирного договора с Азербайджаном до конца года, ноябрь, декабрь, я не знаю, но до конца текущего года. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой, поддерживайте YouTube канал финансово, материально. Это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине, либо Азербайджане, Италии, Австрии, Германии. Это можно сделать через PayPal, через там Revolut. Если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью там криптопереводов, с помощью того же PayPal. В общем, друзья, буду вам благодарен за поддержку канала. На самом деле это очень удобно сделать. Вот тот же самый Revolut позволяет с любой карты абсолютно по ссылке задонатить на развитие канала. Пожалуйста, друзья, не забывайте поддерживать. Я вам буду благодарен за поддержку. Спасибо. Резван, смотрите, вот существует такое понятие, как глубинное государство. Вы прекрасно это знаете. Оно существует в Украине, оно существует в Соединенных Штатах Америки, оно существует в Азербайджане, существует в Армении. И мы понимаем, что глубинное государство в Армении, оно было, есть и будет. Да? То есть президенты, премьеры уходят, приходят, а глубинное государство, то есть набор бюрократии, да, вот он и правоохранительное в том числе, он остается. То есть, очевидно, если Пашинян делает подобное заявление, да, мы понимаем, что вот это армянская бюрократия, то есть люди, которые на среднем уровне принимают решения, это те люди, которые, ну, как бы годами формировались, их костяк формировался, в том числе путем кооптации представителей вот этого карабахского клана и так далее. И понятно, что эти люди там сидят, да. То есть, если Пашинян идет ва-банк, это означает, что он уверен в том, что его политические назначенцы, то есть руководители силовых структур, они контролируют ситуацию внутри, да. А вот что ему дает, на ваш взгляд, ну, уверенность в том, что он действительно контролирует ситуацию в силовых структурах, которые, ну, скажем, являются в том числе оплотом вот этих вот нарративов? Ну, в первую очередь, оплотом
этих нарративов, которые ему оппонируют, является Министерство обороны. Вот наибольшей проблемой у него именно в силовом блоке, если в целом взять, да, то есть мы знаем, что силовой блок себя составляет и спецслужбы, и другие роды силовых структур, полиция и так далее. Везде он практически разобрался за последние 3-5 лет. Но вот с Министерством обороны у него еще остался ряд проблем. И это не только Министерство обороны. Это в том числе политические круги, в том числе армянская церковь, в том числе некоторая часть диаспоры внешней Армении, которая и представляет вот эту группу тех, кто хочет отыграть назад. Да? Но я так думаю, Пашинян получил какую-то серьезную поддержку и гарантии по итогам брюссельской встречи 5 апреля. Обратите внимание, именно после этого вот он стал озвучивать данные нарративы. А значит, США и Германия как бы дают советы, дали некий путь, да, маршрут для Пашиняна. И это позволит, как я сказал, ему освободиться частично от тех идеологем, через которые Россия и Франция управляют армянским обществом и сознанием. Именно Россия и Франция. И поэтому данная встреча, обратите внимание, прошла без участия Франции. Вот эти объятия французские дорого обошлись и еще обойдутся Армении. Да? Возможно, я так считаю, что именно на встрече, где принимал участие Блинкин, госсекретарь США, и еврокомиссар по экономике Урсула фон дер Ляйен, были объяснены или предложены некоторые вещи, и как препятствие для реализации этих проектов, в том числе по повышению субъектности Армении, являются вот эти нарративы. И я думаю, вот именно с этим связано то, что как бы Пашинян сейчас именно стал смело говорить об этом. По моему мнению, где-то к концу осени по закону окна Авертона армянское общество должно пройти все эти этапы и понять, что нужно делать выбор между плохим и худшим. Но это я имею в виду для армянского народа, да? Плохим и более худшим. Хотя, по большому счету, если армянский народ выберет плохое, он поймет, что это не плохое, а лучшее для него. Но если он выберет худшее, то это дорога, из которой возврата нет. То есть в этом контексте, видать, какой-то есть дедлайн, время поджимает, и Пашинян перешел к активным мероприятиям. А вот вы говорите о том, что Франция не была приглашена на эту встречу. Но, тем не менее, мы слышим о том, что Франция планирует передать вот какое-то такое оружие Армении, которое многие бы хотели получить, но Франция передаст именно Армении. Да? То есть мы, кстати, это, по-моему, с вами обсуждали. А вот если действительно это так, что после при советской встречи Пашинян почувствовал, что он может идти в разрез некого дискурса, который в том числе поддерживается армянской диаспорой. Но я сразу оговорюсь, что я думаю, что в большинстве своем армянская диаспора просто имеет свой фокус зрения на проблему, исходя из расстояния, на котором она находится. Но это абсолютно естественно. У меня есть фокус зрения, да, он может, оптика меня может подводить, у них есть оптика, она их тоже может подводить. Но вот у них есть некое представление об Армении. И во Франции эти настроения, они как бы особенно сильны. Получается, что Пашинян борется, в том числе и с настроениями в части армянской диаспоры. Однозначно, ведь мы уже привыкли к тому, что то, что говорит Франция, ее президент и нетрадиционный премьер-министр, министр иностранных дел, муж, жена, я не знаю, кто там, они больше говорят, чем делают. И то самое оружие, которое якобы хочет поставить, пусть поставит Франция, это является радиоэлектронное подавление, то есть система радиоэлектронной борьбы. Это не наступательное оружие, это не артиллерия, да, и как это тайно так сказано, то, чего нет у других. Но это похоже на то, как США на днях обещала несколько карет скорой помощи, да, таких передать Армении военизированных. И часть армянской прессы это представила, что американское вооружение, техника, бронетехника, понятно, она там имеет бронированные, имеет гусеницы, но это кареты скорой помощи для мест, где сложная проходимость.
Да, то есть это даже символично. То есть Америка готова помочь тем, чтобы проигравшая Армения в гипотетической новой войне вывозила раненых и трупы. Да, не. И приблизительно из этого контекста и то, что Франция предлагает ради электронной борьбы. То есть, ну вот вас будут бомбить, да, гипотетически, да, ракетами, а мы поможем вам как-то выйти из этой ситуации. Даже Франция ничего наступательного Армении предложить не может. Она, наоборот, втягивает Армению в какую-то авантюру. Поэтому Пашинян, я думаю, имеет целью мягко так вот он от этих цепких объятий французских, да, как-то отойти. Франция не дает денег, которые нужны Армении. Эти деньги может дать Германия. Да, основной локомотив, мотор Европы – это Германия. Это политическую поддержку может дать США. И то непонятно, как сложится судьба у демократов. И поэтому Пашинян понимает, нужно мириться с соседями. Основные два проблемных для нее соседа – это Турция и Азербайджан. А для этого нужно менять нарративы. Для этого нужно эти нарративы критиковать. Подготовить армянское общество к тому, что неизбежно некий формат примирения, может быть, раскрытие границ с Турцией и Азербайджаном. Но для этого нужно готовить свое общество. Резанна, последний вопрос. Мы как бы закольцовываем дискуссию, все-таки возвращаясь к Ирану. Понятно, что Иран – это соседка как Азербайджана, так и Армении. Притом для Армении Иран – это и стратегический партнер, потому что он как бы уравновешивал долгое время, да, вот эту, скажем, конфликт, который был между Арменией и Азербайджаном вокруг нежелания Армении отдавать Карабах. Да. И вот, скажем, карты Ирана, ее очень долго разыгрывали, да, вот, ну, политики в Ереване. И, ну, Иран остается важным союзником. А с другой стороны, Соединенные Штаты Америки тоже союзник Армении, поскольку в Соединенных Штатах, ну, традиционно очень сильную большую роль играет как раз вот это, ну, вот армянское лобби, да. А, соответственно, если Америка в ходе противостояния с Ираном, это не может не отразиться на Армении, равно как и на Азербайджане. Так, если это противостояние, оно выйдет на какую-то, ну, новую итерацию, и мы видим еще большую эскалацию вот этого вот, ну, конфликта между Ираном и Израилем, как следствие между Ираном и Соединенными Штатами Америки. Чем это чревато для Азербайджана и для Армении, как вы считаете? Ну, здесь есть некоторые реперные точки. Традиционно так сложилось. Это неправильно, не правило, да, но традиционно так сложилось, что когда в Америке у власти демократы, они максимально комплементарны к Армении. Все, что связано с так называемым геноцидом, поддержкой, все в основном происходит, когда демократы у власти. В основном. И Байден тоже, как мы видим, как мог, так и вкладывался в эту тему. Здесь есть еще другая измеряющая. Когда демократы у власти, традиционно американо-иранские отношения не бывают такими острыми, то есть смягчаются. Демократы относительно республиканцев всегда как-то намерены больше договариваться. И санкции снимаются в период, когда демократы у власти против Ирана и так далее. То есть явно, что в этот раз демократы не победят. Ну, опять-таки, мы не будем предугадывать. Я не говорю, что именно придет Трамп, но явно чувствуете, что в этот раз, наверное, республиканцы победят. А когда республиканцы победят, то получается немного наоборот вот, относительно демократов. Будет похолодание в американо-армянских отношениях относительно, потому что республиканцы более завязаны на те страны, у которых есть ресурсы, нефть, газ, энергоресурсы, к мусульманскому миру относительно, опять-таки. При этом республиканцы всегда более жесткие по отношению к Ирану. А значит, у Армении остается мало времени. И Азербайджан тоже учитывает, что фактически тот немного сложный период, который был при демократах с 20 по 24, он будет позади. А мы именно в этот самый сложный период решили самые сложные наши проблемы, связанные с Карабахом. Представляете, то есть в этой сложной ситуации мы, я думаю, неплохо сдали все эти экзамены. И если приходят республиканцы, то это уравновешивает позитивно и азербайджано-иранские отношения. Иран уже будет более сдержан. Я думаю, будет занят другими темами на Ближнем Востоке. Мы знаем, как республиканцы более активно поддерживают Израиль. А значит, тут уже проблемы для Ирана. Он вынужден будет
больше обращать внимание на Ближний Восток. И армянская карта тоже, как я сказал, обычно республиканцы особо не комплиментарны. Ну, могут что-то сказать, но с Азербайджаном традиционно у республиканцев более всегда лучше отношения, особенно с трамповской, да, скажем так, стороной. Поэтому я думаю, что, учитывая это, Пашинян тоже понимает, что даже та выгодная ситуация, которая была для Армении последние 4 года, ничего ей никакой пользы не принесла. А если ситуация еще больше усугубится для Армении, то Армении уже сейчас нужно принимать решение и мириться со своими соседями, как я сказал, с Турцией и Азербайджаном. Резван, ну и самый последний вопрос, не могу вас не спросить. Вот вопреки тому, что Азербайджан и Турция – это очень две близкие страны, да, при этом ну, кардинально отличается отношение к Израилю. Я даже вижу по комментариям своих уважаемых вот, подписчиков, так, ну, абсолютное большинство, я так скажу, что ну, 80% так, вот, подписчиков, которые комментируют интервью из Азербайджана, ну, я просто вижу там по фамилиям, они настроены вот за Израиль, безумно благодарны Израилю за поддержку, и вот в этом противостоянии Израиль-Иран, они на стороне Израиля. Да? Но это немыслимые цифры, например, для Турции, мы это понимаем. Как вы считаете, возможно ли смена парадигмы взаимоотношений между Турцией и Израилем, учитывая вот фактор Азербайджана, учитывая то, что ну, подавляющее большинство, я думаю, что азербайджанцев, они лояльны и тепло настроены к Израилю? Значит, мало кто знает, что за последние несколько лет, особенно на фоне ухудшения израильско-турецких отношений, Азербайджан приложил немало сил, как посредник, для того, чтобы снижать накал в турецко-израильских отношениях, этой консультации, этой встречи, много чего, что остается за бортом прессы. Традиционно Азербайджан комплиментарен к Израилю, и это было, наверное, всегда, это вообще одна из наиболее комфортных стран для евреев, всегда, или территории всегда был Азербайджан. Это так сложилось традиционно, да? И как бы это объяснить, чтобы никого не задеть, да? В период Карабахского конфликта, так как поддерживал Израиль, понятно, у него свои интересы были в антииранской повестке, но и Иран изначально принял проармянскую позицию с начала 90-х годов, сделал свой выбор, тем самым отдав Азербайджан и поле наших отношений в Израиль. Который нам помогал и военный техник США, в других странах, она всегда нас поддерживала. То есть эта конфигурация сложилась давно. Поэтому, естественно, что азербайджанское общество в большинстве своем комплементарно, да, к Израилю. И многие это не понимают. Я часто вижу в комментариях, что же вы за мусульманская страна, если не поддерживаете Палестину, а поддерживаете Израиль. И, ну, так уже сложилось, что понятно, что Палестина особо чем-то нам помогать и не могла бы в период Карабахского конфликта. Иран, как мы уже сказали, был на противоположном лагере. Израиль был той страной, наравне с Турцией, естественно, которая в военно-техническом пространстве или в этом измерении нам максимально помогали. Поэтому мы не хотим, чтобы между Турцией и Израилем отношения ухудшались. Но при этом есть некоторые реалии. Все-таки мы мусульманская страна. Кстати, и Азербайджан на официальном уровне, на самом высоком уровне неоднократно высказывал и свою озабоченность, обеспокоенность теми событиями, которые происходят в секторе Газа. То есть убийство мирных граждан, оно порицалось неоднократно. И это несмотря на высокий уровень азербайджано-израильских отношений. То есть у Азербайджана всегда особое отношение, отличное от общего мейнстрима. Да, и при этом все понимают, что мы имеем на это право, потому что мы не говорим то, что нам где-то прописали, да, давайте дружить против кого-то и так далее, а мы говорим то, что исходя из реалий и международного права. У Палестины есть право на свое государство, да, исходя из этого мы поддерживаем международное право. Наверное, по пальцам в мире посчитать страны, которые так четко продолжают поддерживать международное право, как Азербайджан. А мы начнем с черной неблагодарности. Черная неблагодарность. Вот что такое отношение, которое сейчас лично я наблюдаю со стороны власти в Грузии по отношению к Украине. Черная неблагодарность, я повторюсь.
Я не отказываюсь от своих слов. Власти Грузии заявили, что принимают закон об иноагентах, чтобы не повторить путь Украины. Цитата. «Если мы не защитим суверенитет государства, с нами произойдет то же самое, что произошло с Украиной. И в таком случае мир и евроинтеграция останутся в прошлом. Соответственно, если этот закон чему-то и служит, так это задача нашей евроинтеграции. Без суверенитета нельзя войти в Европу», заявил премьер Грузии Иракли Кабахидзе. МИД Украины на это ответил, что такие заявления ухудшают отношения двух стран. Цитата. «Использование имени нашей страны в таком пренебрежительном контексте наносит дополнительный вред украино-грузинским отношениям. Русификация, а не мифическая украинизация, является реальной угрозой для Грузии». Ну, во-первых, что касается евроинтеграции Грузии, честно говоря, мне все равно. Хочет Грузия евроинтегрироваться, пусть евроинтегрируется, это самостоятельное государство. То, что партия «Грузинская мечта» извращает, скажем так, суть европейской интеграции и пытается принять законопроект об иностранных агентах под соусом европейской интеграции. Это их дело, это их политика. Они ничем не лучше, чем грузинская оппозиция, которая, когда грузинская мечта возобновляла авиаперелеты с Россией и пускала в Грузию российских туристов, грузинская оппозиция молчала. Тогда они не боялись наступления русского мира в Грузии. Они стали очень активными, имею в виду грузинская оппозиция, когда речь зашла о их личных интересах. Тогда они вспомнили про европейскую интеграцию Грузии, про ценности и так далее, и так далее. Точно так же, как Европейский Союз, когда сажали Михаила Саакашвили, либо когда Грузия возобновила перелеты с Россией, слово не сказал Грузия, дала статус кандидата. То есть, короче говоря, все хороши. Грузинская оппозиция, грузинская мечта, политическая партия и Запад. Я о другом хочу сказать. Честно, это их дело. Я уважаю Грузию как государство, как страну. Это их дело. Пусть разбираются с европейской интеграцией. Я хочу сказать о другом. Когда Грузия накатывает на... То есть грузинская власть, премьер-министр Грузии, накатывает и в пренебрежительном тоне отзывается об Украине, меня это выбешивает. Да? Но меня даже не это выбешивает. Пусть что хотят, то и говорят. Меня выбешивает другое. Меня выбешивает, почему никто не вспоминает, как Виктор Ющенко, президент Украины, в 2008 году стоял на главной площади Грузии, когда Россия напала на Грузию, была в 20 километров от Тбилиси. Тогда Ющенко собрал президента Польши, лидеров стран Балтии и прилетел в Грузию. Напоминаю, Украина не была членом НАТО. Украину тогда бортанули так же, как Грузию на Бухарестском саммите. При этом страны Балтии и Польши, они были в НАТО, и они знали, что им ничего не будет за то, что они прилетают в Грузию. Ющенко прилетел, Ющенко выступил, Ющенко помог военным образом. Да, Ющенко, как главнокомандующий Украины, помог военным образом Грузии бороться с российской агрессией. И Грузии были поставлены определенные военно-технические вещи, да, военно-техническая номенклатура. Это не секрет Полишинели, об этом, по-моему, все знают. То есть, повторюсь, Украина в лице президента Украины помогла Грузии, когда Грузия пострадала от российской агрессии. Запомним это, запомним, я к этому еще вернусь. Так вот, после этого у Украины стали особо ухудшаться отношения с Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным, и Россия отозвала посла Зурабова из Украины летом 2009 года. Опять же, на фоне того, что Украина поддержала Грузию. Более того, Ющенко пошел на конфликт с Юлией Тимошенко, премьер-министром Украины, которая была против такой поддержки Грузии в тот момент. Но, по крайней мере, она точно не поддерживала такую поддержку со стороны Украины в отношении Грузии. Но Ющенко все равно пошел на это. Ющенко пошел, чтобы помочь поддержать Грузию в момент российской агрессии. Вы знаете, господин Цудадинов, наблюдаю за правительством Азербайджана. Так вот, правительство Азербайджана ценит, что Израиль, Турция,
помогали Азербайджану, когда Азербайджану было тяжело, когда Азербайджан был в сложной ситуации, когда Азербайджана оккупировали часть территории Карабаха. Да? То есть правительство Азербайджана, президент Алиев ценит помощь, которая была оказана Израилем и Турцией. Я не пиарю президента Алиева, но и не пиарю государство Азербайджан. Но просто я вижу, какое отношение со стороны там Азербайджана к тем странам, которые были рядом с Азербайджаном. Теперь я задаюсь вопросом. Я задаюсь очень простым вопросом. Про Грузию. Неужели Грузия настолько неблагодарна, и грузинская власть настолько неблагодарна, что они сейчас вправе так высказываться в отношении Украины? Мало того, что грузинская власть не помогает Украине бороться с российской агрессией, мало того, что грузинская власть не оказывает военно-техническую поддержку Украине, так сейчас грузинская власть берет и, собственно, ну, в таком пренебрежительном тоне высказывается об Украине. Мне бы хотелось услышать комментарий Виктора Ющенко. Да? Отвечает ли он за то, что он когда-то прилетел в Грузию? Да? Отвечает ли он за это? Что он теперь скажет, когда он видит такую неблагодарность со стороны грузинского правительства? Еще раз, есть граждане Грузии, которые воюют на стороне Украины и которые помогают Украине бороться с российской агрессией. Я с уважением к ним отношусь и с уважением отношусь ко всем гражданам Грузии, которые поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией. Я сейчас говорю про правительство и про государство. Я бы очень хотел услышать президента Ющенко, который бы прокомментировал, на каком основании он приезжал в Грузию 16 лет назад, так? И думал ли он о том, что через 16 лет Украина получит такую черную неблагодарность со стороны Грузии, которая будет рассказывать о том, как в Украине плохо, и будет прикрываться Украиной как фиговым листком, проводя абсолютно такие авторитарные законы. Но это их дело. Не прикрывайтесь Украиной, не прикрывайтесь той страной, которая вам помогла. В момент, когда вам было плохо, вам было сложно, вы вошли в военные действия с Россией. Россия в 20 километров стояла от вашей столицы. И после этого вы прикрываетесь Украиной. Честно, извините, господин Садатинов, за такую длинную речь, но меня просто зло берет. Я не планировал это обсуждать, но меня просто берет зло от такого отношения к Украине со стороны Грузии. Я всегда искренен. В своих эфирах я могу быть неправ, но я всегда говорю то, что я считаю нужным, так? И считаю, что это черная неблагодарность со стороны Грузии в адрес Украины. Если хотите, можете прокомментировать, и мы пойдем дальше. Ну, я могу сказать, добавить, что это заявление, конечно, не принесет каких-либо дивидендов взаимоотношений Грузии и Украины. И такого рода сравнение не делает чести, значит, любому политику, потому что, как вы высказали все свое отношение и вспомнили, что делала Украина, когда в те моменты, когда Грузии было трудно. Кстати, я добавлю, что вот этот визит, о котором вы сказали, когда, если не ошибаюсь, четыре президента, это президенты прибалтийских стран, Польши и Украины, полетели в Тбилиси, но они не могли приехать в Тбилиси. Это было невозможно сделать. И тогда и Азербайджан оказал возможность, принял этих президентов на своей территории в аэропорту Генджа и по сухопутной дороге обеспечил беспрепятственный проезд им на территорию Грузии. Я помню это. И я даже помню, что президент Саакашвили после этих событий сказал, что мы ждали помощь с одной стороны, а нам помощь пришла совсем с другой, с которой мы не ожидали. Конечно же, неприятно слышать подобного рода. Я думаю, что это грубейшая ошибка связывать и сравнивать с Украиной. Это внутренние дела, внутренние проблемы, которые испытывают сейчас общественно-политическая жизнь Грузии. Но ссылаться на Украину, которая сегодня находится в таком трудном положении, и связывать с ней, я думаю, что, еще раз повторюсь, не делать чести любому политику, в том числе и грузинскому. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой, поддерживайте YouTube-канал,
финансово, материально это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине, либо Азербайджане, Италии, Австрии, Германии. Это можно сделать через PayPal, через там Revolut. Если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью там криптопереводов, с помощью того же PayPal. В общем, друзья, буду вам благодарен за поддержку канала. На самом деле это очень удобно сделать. Вот тот же самый Revolut позволяет с любой карты абсолютно по ссылке задонатить на развитие канала. Пожалуйста, друзья, не забывайте поддерживать. Я вам буду благодарен за поддержку. Спасибо. Ух, выдохнул, скажи честно, эмоции же накатили, господин Садыдинов, да, потому что это, ну вот я не люблю в этой жизни, да, в этой жизни я больше всего не ценю, то есть я больше всего не ценю, и, точнее, даже не ценю, а не люблю, не воспринимаю неблагодарность, да, я считаю, что, ну, это сложно описать, это просто сложно описать. Вот, знаете, всегда в этой жизни главное оценить поступки. Я думаю, что зрители в своей жизни тоже сталкиваются с тем, что они совершают какие-то поступки, по отношению к ним совершают поступки. И вот это действительно вот очень важно, да? Вы, кстати, за это я уважаю Азербайджан, хоть я не гражданин Азербайджана, но Азербайджан, знаете, вот тем Азербайджан не 100-долларовая купюра, Азербайджан не должен там, скажем так, его не нужно любить, да? Но необходимо признать, что Азербайджан, во-первых, первое, Алиев никогда не спускается до риторики, которая, ну, скажем так, придерживается грузинская власть, да, Алиев держит достоинство и марку. И второе, если в отношении Азербайджана совершаешь добрый поступок, Азербайджан отвечает взаимностью. Но это я вижу по отношению к Израилю. Я вижу, как и азербайджанцы, граждане Азербайджана поддерживают Израиль, при том, что ну, там, практически весь мусульманский мир против, да? Но азербайджанцы поддерживают Израиль, потому что Израиль бы рядом. Правительство Азербайджана поддерживает Израиль, будем говорить откровенно, да? То же самое касается Турции. Так, вот, повторюсь, я ценю вот такие настоящие поступки в политике, да, настоящие поступки в политике и слово, вот просто человеческое слово. Так вот, человеческое слово там президента Алиева на вес золота, а человеческое слово премьер-министра Грузии, ну вот я не знаю, честно сказать, является ли человеческое слово премьер-министра Грузии на вес золота после того, как мы услышали то, что мы услышали в адрес Украины. Еще раз, Украина не заслужила такой черной неблагодарности со стороны Грузии. Понимаете? Я бы принял подобное от любой страны, но только не от Грузии, которой Украина помогла всем, чем могла в тот момент. И пошла на конфликт с Россией, прямой конфликт, когда стало очевидно, что все, да, Россия будет делать все, чтобы Ющенко ушел от власти. Но Ющенко на это пошел. Ладно, все, больше не будем эту тему, потому что я, ну, честно, для меня это очень лично. Там говорю, господин Садина, вы любите Азербайджан, я люблю Украину, я не люблю Я такой вас черной понимаю, я вас неблагодарности. понимаю. Да, господин Садинов, давайте идти дальше. Премьер-министр Никола Пашинян в последнее время делает несколько очень важных заявлений. Например, он заявил о том, что Арцах – это дорогой ресторан в Иждиване. То есть как бы говоря о том, что продолжая свою линию разделения реальной Армении от исторической Армении, так сегодня премьер-министр Пашинян заявил о том, что он очень хотел бы, чтобы через какое-то время, скажем, быть, ну, я перефразирую, так вот, через какое-то время люди были бы счастливы, что там за 5 километров от них находится Азербайджан, да, то есть как бы намекая на то, что было бы хорошо, если были бы добрососедские отношения там вот между Азербайджаном и Арменией. Ну, это такая прорывная риторика, и явно премьер-министр Пашинян, по крайней мере, на уровне риторики, он, ну, режет, как говорится, вот всю правду, да, как он ее видит. Вот как вы относитесь к позиции Пашиняна? Вы знаете, я тоже внимательно слежу за его заявлениями и могу добавить еще одно очередное заявление по поводу количества, значит, о так называемом геноциде армян. Вы знаете, как-то мы на ваших, одной из ваших передач мы об этом говорили. Я говорил о том, что цифра 1,5 миллиона, она явно завышенная. И мы услышали
именно вот эти мысли от самого премьера Пашиняна по этому поводу. Это тоже очень важно, потому что Пашинян делает демарши в направлении Турции. Это первый фактор. То, что вы сказали, конечно же, по поводу Арцаха и по поводу границы, мы видим, что Пашинян в своей риторике, я очень хотел бы надеяться, чтобы эта риторика постепенно переросла бы в реальные действия. Потому что, к сожалению, от Пашиняна мы часто видим двойственную риторику. Он политик, который может в течение одного дня высказать одно мнение и буквально тот же день абсолютно противоположное. Это тоже было. И я здесь не лукавлю, я основываюсь на факты. И в этом отношении вот тоже вот его последние заявления дают основания предполагать, что и Пашинян тоже понимает, что нет альтернативы обеспечению независимости, реальной независимости Армении на Южном Кавказе, не восстановив отношения между Азербайджаном и Турцией. Вот эти заявления по поводу, которые сделаны в приграничных селах, это показатель того, что есть возможность в будущем, может быть, в ближайшее время начать реальные действия по демилитации и демаркации наших границ. Это одно из существенных факторов, которое обеспечит в будущем нормальное мирное сосуществование наших двух народов в этом регионе. Что касается вот ресторана под названием «Арцах», тоже, это тоже фраза, направленная в отношении вот этих реваншистов, которые все-таки там существуют, в отношении оппозиции, которая использует, еще старается, пытается использовать вот эту карту, карабахскую карту против Пашиняна. И история показала, что вот эта карабахская карта, она принесла только несчастье Армении на сегодняшний день. И, к сожалению, и несчастье Азербайджану. Но сегодня ее нет. Мы ее решили. Азербайджанская сторона смогла ее решить. И вот этот главный важный фактор, вот эта раковая опухоль, которая была на Южном Кавказе, многие армяне считали, что они взяли, захватили эти земли, они в будущем еще будут расширять и так далее. Но это была утопия. Это был фактор, который использовали внешние силы для давления, в том числе на Азербайджан и на Армению. Сегодня этого фактора нету. Его не существует. Да, есть попытки на территории Армении опять-таки использовать это, но мы видим, что вот эти заявления Пашиняна направлены именно на ликвидацию вот возможностей, которые бы использовали вот эти реваншистские силы. И я думаю, что это очень хороший сигнал со стороны Пашиняна. И я хочу сказать еще, что недавно был визит президента Казахстана в Армении. Это очень интересно. Я думаю, что вокруг этого тоже нужно нам побеседовать, потому что мы знаем сейчас ситуация в Казахстане, какая чрезвычайная ситуация, паводки, все. Но президент Казахстана нашел время и совершил краткосрочный визит. Скорее всего, президент Казахстана по взаимной договоренности с Азербайджаном, видимо, потому что до этого президент Казахстана посещал Азербайджан, посещал освобожденные территории, побывал в городе Шуша, поздравил азербайджанский народ с восстановлением территориальной целости, сделал подарок от имени казахского народа школа, культурный центр имени Курмангазы. И, видимо, вот поездка президента Казахстана в Армению, это предложение Пашиняну создание новой платформы, переговорной платформы. Вы знаете, я думаю, что выбор Казахстана очень удачный для Армении, для Азербайджана, потому что с Армении Казахстан входит в так называемую организацию вот этой Европейское экономическое сотрудничество, потом входит в ОДКБ. В отношении Азербайджана Казахстан входит в организацию тюркских государств.
и Азербайджан близок к Казахстану, и в какой-то мере и Армения. Казахстан имеет большие, значит, интересы, экономические интересы в Азербайджане, в том числе в Армении тоже. Дело в том, что сегодня разговор идет о серединном коридоре. Казахстан является ведущей страной этого серединного коридора. Знаете, я даже могу назвать цифры. Сегодня Казахстан готовит до 2030 года серьезные реформы своих систем коммуникации. Если не ошибаюсь, 11 тысяч железных дорог должны быть модернизированы. Построено более 5 тысяч железных дорог. Эти дороги все выходят на казахский порт на Каспии, через который отправляются грузы на азербайджанские порты и по железным дорогам Азербайджана через Грузию и в будущем, возможно, через Армению, через так называемый Зангезурский коридор. Это первый фактор. Важный второй, следующий фактор. Казахстан может инвестировать в Армению. Вы знаете, были переговоры в Брюсселе премьер-министра Армении с госсекретарем Соединенных Штатов Америки и руководством Европейского Союза. Там они выделили на 4 года, на 4 года 270 миллионов. Это мизерная сумма. Когда как Азербайджан, Казахстан, даже Турция может сделать огромные инвестиции в Армении, и это будет очень значительный фактор для экономики, для благосостояния Армении. Это в первую очередь. А инвестиции взаимные – это же самая хорошая основа для безопасности, для мирного сосуществования. Поэтому я думаю, что Армении сейчас нужно сделать вывод, вот избавиться от внешних сил, внешние силы, которые вот мешают, хотят использовать теперь Армению в качестве плацдарма на Южном Кавказе. Если они смогут избавиться от этого и примкнуть вот этим идеям, этим проектам, которые предлагает Азербайджан, Турция, Казахстан, я думаю, что это будет одним из лучших вариантов для Южного Кавказа. Мы сможем на самом деле обеспечить мир, взаимное уважение, территориальной целостности друг друга и создать все условия для развития экономики по состоянию нашего народа. Депутат Национального собрания Франции Астрид Панасян-Буве заявила, что Франция решила не оставлять Армению в одиночестве против продолжающейся агрессии Азербайджана и выдвинула вопрос, почему Соединенные Штаты Америки не могут сделать то же самое. Депутат французского парламента выступила в Конгрессе Соединенных Штатов Америки основным докладчиком на мероприятии, посвященном памяти жертв геноцида армян. В своем выступлении депутат говорил о растущих политических, военных, экономических и культурных связях между Францией и Арменией. Цитата. «Франция решила не оставлять Армению в одиночестве перед продолжающейся геноцидной агрессией Азербайджана. У меня вопрос к американским дипломатам, находящимся в Париже, к моим коллегам, американским законодателям. Почему Соединенные Штаты не могут сделать то же самое?» Отметила депутат. Это с ссылкой на Армен Пресс, да, то есть, ну, на, как я понимаю, один из ну, там, информационных источников Армении. У меня вот какой к вам вопрос, господин Сададинов. Так, то есть, у меня вот, то есть, я стою перед выбором, как понимать политику, позицию Парижа. Да, то есть, с одной стороны, то есть мы видим, да, вот комплекс недружественных действий со стороны Парижа в адрес Баку. Отзыв посла Франции, из Азербайджана и вот заявление уважаемого депутата Национальной Ассамблеи Франции. То есть это очевидно, ну, такая очень жесткая риторика в адрес Азербайджана. Так вот, что это, на ваш взгляд? Это обман оптики, когда из Парижа то, что происходит сейчас между Францией, между Азербайджаном и Арменией, воспринимается как агрессия, либо это просто тенденциозное восприятие, которое идет вразрез с интересами Армении, потому что это контрастирует с тем, что говорит Пашинян. И у меня складывается впечатление, что вот если раньше я грешным делом думал, что премьер-министр Пашинян там приезжает, условно говоря, во Францию, и он апеллирует к французской поддержке и там настраивает Францию вот против Азербайджана, то сейчас я уже начинаю думать, что, собственно, премьер-министра Пашиняна самого не слушают, так, а проводят ту политику, ту линию, которую считают нужным. Причем, опять же, ну, бездоказательно. Еще раз. Но если вы говорите о том, что Азербайджан агрессор, окей, вы имеете право сказать, что Азербайджан агрессор, только приложите факты.
аргументы. В чем состоит агрессия Азербайджана? Вот, покажите, что сейчас происходит. По-моему, сейчас происходит мирный процесс. Как можно говорить про агрессию Азербайджана? Причем, надо сказать, что французскую риторику не разделяет ни Вашингтон, ни Брюссель. Вот объясните мне, почему Азербайджан как кость в горле у Франции, и почему риторика французская такое впечатление, что направлена точно так же, как на Россию, точно так же, как российская, на торпедирование мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Для нас неудивительна позиция Франции, потому что позиция Франции в ходе 44-дневных боевых действий, когда Азербайджан восстанавливал суверенитет на своих законных, общепризнанных, в том числе и Франции, границах свой суверенитет, мы видели позицию Франции в лице ее президента, в лице ее парламента, сената. Они несколько раз принимали заявление о признании так называемого Арцаха, того самого Арцаха, видимо, того ресторана, о котором говорит премьер-министр. Это все было. Мы видели, как, если не ошибаюсь, 4 попыток Франции в Совете Безопасности поднять вопрос и обвинить Азербайджан в агрессии, в этнических чистках и так далее. Но ни в одном случае даже они не смогли получить какую-то поддержку в Совете Безопасности. Там были страны, которые в том числе и не с симпатией относились к Азербайджану. Но они сами тоже понимали, что это уже чересчур. То есть настолько топтать международное законодательство, международное право уже невозможно. Позиция французов, я вам скажу, в чем заключается. Во Франции очень сильная армянская диаспора, и позиции влияния армянской диаспоры на выборные процессы очень заметны во Франции. И французские депутаты, и армянская диаспора достаточно имеет хорошие финансовые возможности. И, видимо, французские депутаты пользуются этим и подобного рода делают заявления, видимо, в своих каких-то корыстных интересах. Мы слышали много случаев, когда раскрывались ситуация вокруг вот этих ярых проармянских депутатов, сенаторов, конгрессменов. Ну, не будем далеко уходить. Вот недавно председатель комитета по международным делам Сената Соединенных Штатов Америки. Вы знаете, расследования идут о взятках. Дома у него найдены золотые слитки, огромная сумма наличности. Мы видели вице-президента, расследование в отношении вице-президента Европейского парламента, когда в квартире ее были найдены 500 000 наличными, и доказаны факты взяток и так далее. Я не буду об этом долго говорить. Но, позиция вот Пашиняна и позиция армянской диаспоры, они часто совершенно противоположны. Потом, в армянской диаспоре есть так называемая организация Дашнак Цюцун. Это террористическая организация. В свое время она была запрещена в Армении. Настолько она агрессивная даже. И вы знаете, вот последний раз, когда Пашинян отправился с визитом во Францию, президент Франции занялся тем, что он хотел помирить премьер-министра Пашиняна с руководителем Дашнак Цюцуна. Потому что руководитель Дашнак Цюцуна сегодня не допускают в Армению. Потому что самой Армении понимает, что их деятельность может привести вообще к большой войне и исчезновению самой страны. Эти люди оторваны от реальности. Они живут вот той самой какой-то выдуманной исторической, мифологической и реальностью. Хотят ее реализовать именно в Армении. Но Пашинян понимает, что сегодня совсем другая реальность. Это невозможно сделать. Мощнейший Азербайджан, Турция. Нет таких влиятельных, как прежде, стран, которые бы поддерживали бы агрессию Армении, обеспечивали бы ее бесплатным оружием,
неограниченном количестве, и финансами и так далее. И вот сегодня явно видно противоречие между диаспорой, между Дашнак Цуцун и действующей властью на сегодняшний день в Армении. Потому что Пашинян все-таки несет ответственность за страну, за безопасность своего населения. И он понимает, и, видимо, делает определенные выводы уже из 44-й войны и от последних антитеррористических мероприятий Азербайджана. И плюс азербайджанская сторона ведь выдвигает совсем очень оптимальные и нужные и интересные предложения для самой Армении, о которых немного я сказал ранее в своем интервью. Поэтому я вижу, что армянская сторона тоже находится под сильным давлением, под сильным влиянием вот этого внешней диаспоры. Плюс еще церковь, армянская церковь тоже активно выступает против Пашиняна. Они тоже исходят с агрессивной позиции. Там Армения от моря до моря. Представьте себе, какая у них политика. Ну, что я могу сказать? Я могу оценить деятельность Франции на территории Армении словами спикера армянского парламента. Я думаю, что это будет лучше. Когда он сказал, обращаясь к своему населению: «Вы что думаете, Франция любит нас за красивые глаза?» Он уже не выдержал, об этом сказал. То есть за так называемой поддержкой Франции стоит задача выполнять интересы Франции на Южном Кавказе, а именно продолжать противостоять Турции, Азербайджану. Но Армения не способна на это, и Пашинян это понимает. Вот я думаю, что вот суть этих моментов. Смотрите, я... Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой, поддерживайте YouTube-канал финансово, материально. Это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине, либо Азербайджане, Италии, Австрии, Германии. Это можно сделать через PayPal, через там Revolut. Если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью там криптопереводов, с помощью того же PayPal. В общем, друзья, буду вам благодарен за поддержку канала. На самом деле это очень удобно сделать. Вот тот же самый Revolut позволяет с любой карты абсолютно по ссылке задонатить на развитие канала. Пожалуйста, друзья, не забывайте поддерживать. Я вам буду благодарен за поддержку. Спасибо. Смотрите, господин Саладинов, эта ситуация меня пугает особенно то, что Франция называет Азербайджан агрессором. Ну, естественно, Азербайджан от этого ни холодно, ни жарко. Да? Мы понимаем то, что Франция называет Азербайджан агрессором. Но тем самым Франция выхолащивает понятие агрессора. Тем самым Франция ставит под сомнение российскую агрессию. Ну, вы понимаете, да? То есть, когда ты очень важный игрок, да, вот Франция очень важный там игрок европейской политики, очень важная страна, ядерная страна, да, с суперпрезидентскими полномочиями. Вот когда Франция говорит о том, что Азербайджан агрессор, это просто попытка лить воду на мельницу России, да, потому что выхлачивается само понятие агрессор и агрессивная политика. И тогда сразу возникает вопрос, да, и мы как бы перебрасываем мостик к моему заключительному вопросу, да, собственно, а каково, ну, там, реальное отношение к Украине, там, какова реальная мотивация вот, в отношениях к Украине, так? Потому что я помню, там, несколько недель назад мы слышали о том, что вот-вот появится 33 французских богатыря, которые будут готовиться, то есть которые будут бороться с российской агрессией вот, на территории Украины. Вы помните заявление президента Макрона. Были похожие еще заявления. Ну, пока, честно сказать, ничего не читал в средствах массовой информации о французских полках, которые воюют на стороне Украины. Это первое. Второе. Украина нуждается в поставках вооружений, поставках ПВО. Президент Украины Владимир Александрович Зеленский постоянно об этом говорит. Об этом говорит Дмитрий Кулеба. И Европа никак не разрядится на дополнительные установки ПВО, чтобы защитить украинскую, украинский ТЭЦ. Так?
Президент говорит о том, что не хватает ракет. Это слова президента в интервью иностранным СМИ. Европа этим вопросом не занимается. Это при том, что у Европы есть возможности, у Америки есть возможности. Окей, Америка не хочет, например, поставлять. Европа может купить у Америки и поставлять в Украину. Всегда можно найти путь. Главное бы этого хотеть. И возникает вопрос, опять же, о том, ну, как бы об искренности мотивации игроков по отношению к Украине в борьбе с российской агрессией. Вот, господин Садодинов, вы как думаете, вот какова искренность партнеров Украины в помощи в борьбе с российской агрессией, если с понятия агрессия и агрессор так легковесно используются, да, в политической конъюнктуре, ну, в частности, по отношению к Азербайджану? Ну, лице вам, Франция, я вам скажу. По поводу агрессора, я, отвечая на прежний вопрос, затронул это, но еще раз более шире скажу. Франция требовала в Совете Безопасности, обвиняла нас в агрессии против Армении. И в Совете Безопасности ни одна из стран не признала ее. Теперь вопрос возникает. Я всегда это говорю. А вообще, какое имеет право Франция сама находиться в Совете Безопасности? Как она вообще туда попала, стала постоянным членом? Давайте посмотрим историю. После Второй мировой войны ее Сталин включил туда. Участие Франции вообще во Второй мировой войне, она вообще перевернута задом наверх. Вы знаете, сколько французских солдат участвовало на стороне вермахта, а сколько участвовало в сопротивлении? Разница 1-10. До последнего Рейхстага бились батальоны, французские батальоны против сил коалиции. Но потом политики так решили, что давайте Францию тоже включим в состав победителей. И так она получила место в Совете Безопасности постоянного члена. И потом она, вот, пользуясь этим, использует ее в своих корыстных интересах в отношении Азербайджана. И вот, разрушая вот ту международную систему безопасности, которая существовала. И вот разрушение этой мировой системы безопасности в той или иной мере повлияло и на ситуацию с Украиной. Теперь поговорим об искренности французской стороны к Украине. А вы знаете, в этом году, насколько Франция увеличила закупки сжиженного газа у России? Я столкнулся с этой информацией, я увидел, что Франция несколько раз увеличила закупки сжиженного газа у России в 2024 году. С одной стороны, она заявляет, что якобы она будет посылать солдат и так далее. Хотя Украина и президент Украины ни у кого не просят солдат. Президент Украины просит: дайте нам оружие, мы сами защитим. Нам не нужны никакие солдаты из других стран. Мы это знаем. Но этого нету. Да, сегодня самым важным, главным, существенным для Украины является система противовоздушной обороны. И у Франции есть они более чем достаточно. И на Францию никто не собирается нападать. Почему бы Франция не выделила бы одну-две батареи? Это же не делается. Но, смотрите, параллельно этому Франция даже не скрывает, что отправляет в Армению систему противовоздушной обороны «Мистраль» свои. А что, сегодня кто-то обстреливает территорию Армении? Азербайджан заявлял и сегодня заявляет, что мы освободили свои земли. Нам чужого не надо. А свое мы защитим. Так зачем эти мистрали отправлять Армении бесплатно, когда в этом нуждается сегодня Украина? Вот этого не делается. А газ они покупают, тем самым финансируют Россию. Вот это искренность. Поэтому, помните, в одной из передач я всегда говорил, что Украине нужно, конечно же, в первую очередь делать все возможное для восстановления своего военно-промышленного комплекса. И я рад, что сегодня есть определенные сигналы, я слышу, что определенная работа по этому поводу ведется. Нужно усиливать, конечно же, помощь помощью, но Украина такая страна, что у нее есть все возможности для того, чтобы обеспечить свою безопасность, обороноспособность. И специалисты есть, и технические возможности есть, и большой опыт есть. В свое время
Украина являлась в составе Советского Союза одной из ведущих республик по производству вооружения и военно-промышленного комплекса. А ожидать от руководства Франции, к сожалению, вот вы говорите, да, Франция большая страна, значит, обладает ядерным оружием, обладает очень современным военно-промышленным комплексом, который производит практически всю линейку, начиная от атомных подводных лодок, авианосцев до баллистических ракет и так далее. Но в руководстве страны сегодня находятся люди, которые не понимают, что делать с этой мощью, какая ответственность на этой стране, одной из ведущих стран Европы. Они этого не понимают. Они думают только о будущих своих выборах, о будущем своих финансовых возможностях. Я тоже могу это уже откровенно сказать, потому что прежний президент Саркози, вот это уголовные дела, которые мы видели, чем они занимались. Я думаю, что после того, как нынешнее руководство Франции тоже уйдет с власти, мы еще много интересного узнаем. Спасибо. Давайте начнем все-таки с визита президента Токаева в Ереван. До этого президент Токаев посещал Баку. Более того, я краем глаза слежу за вашим Фейсбуком. Кстати, друзья, подпишитесь на Фейсбук Эльгара. Он человек скромный, себя не прорекламирует, я его прорекламирую. Обязательно подпишитесь. И какое-то время назад вы были на встрече в посольстве вместе с еще одним моим гостем, Резваном Гусейновым. Встречались с послом, с там, сотрудниками посольства. И в последнее время даже смотрю по, скажем так, контенту на азербайджанских каналах, тема Казахстана, она все чаще и чаще стала всплывать. Означает ли это, что дипломат Токаев, это известный очень дипломат, долгое время был послом Казахстана в Китае, владеет китайским, вот Токаев в какой-то степени сейчас хочет перехватить мирную повестку регулярно между Азербайджаном и Арменией, и предложить некую новую платформу Астаны как вот центра, да, сближения интересов. Как вы считаете? Да, ну, почему прежде всего значит, в азербайджанской информационной повестке казахстанская тема такая достаточно активная? Потому что есть очень много причин. Во-первых, Казахстан является активным участником организации Тюркских государств. Это одно из основных направлений внешней политики Азербайджана. Казахстан является одним из инициаторов транскаспийского международного транспортного маршрута. Это тоже является, скажем, одним из центральных направлений нашей экономической, логистической, транспортно-логистической политики. Ну, в общем-то, и Казахстан достаточно активно сегодня реализует свою внешнюю политику. Азербайджан последние годы стал интегрироваться в центрально-азиатскую политическую повестку. Там Казахстан играет достаточно существенную роль, являясь одной из крупнейших государств Центральной Азии. Ну, в общем, очень много таких тем, которые, ну, скажем, пересекаются в нашей географии, которые позволяют нам активно взаимодействовать. Тут нужно добавить еще взаимодействие в рамках повестки и так далее. Что касается самого визита, это на самом деле очень важный визит. Ну, по-разному его сейчас оценивают, но нужно сказать, что да, действительно, этот визит в Армению, он последовал после его визита президента Токаева в Азербайджан, где он, скорее всего, обсуждал те вопросы, которые затрагивают интересы Азербайджана и которые он поднимал в Армении. И я так понимаю, что определенное одобрение со стороны Баку он получил, и там уже в Ереване озвучил свои инициативы, достаточно такие прагматические инициативы, которые будут реализованы к, скажем, всеобщему удовлетворению сторон, если так можно выразиться. Кстати, друзья, я хочу сказать, что в эту субботу у меня будет новый гость. Это одна из ведущих телеканала CBS Азербайджан. Мы будем говорить о медиа. Это будет очень классный эфир, обязательно посмотрите. Ильгар, вот я не понимаю пока вот азербайджанский язык,
равно как и армянский. Но из той тональности, которую я чувствую, да, я понимаю, что визит Токаева, он оказался более продуктивным, более интересным, более значительным как для обеих стран, так и для мирного регулирования между ними, чем визит премьер-министра Грузии. Да, потому что визит премьер-министра Грузии, он как бы был воспринят как штатный, и, с другой стороны, есть некое ревностное отношение двух столиц, вот с кем Тбилиси, с Баку, с Ереваном, или вот как-то так. А вот визит Токаева, вот чувствуется, что с ним, с Токаевым связаны определенные надежды. Вы согласны? Ну, давайте посмотрим, да, с визитом, то есть контакты на уровне премьер-министров Грузии и Армении случаются довольно часто, несмотря на то, что вот в Армении, вернее, в Грузии недавно произошла рокировка, премьер-министр пересел в кресло спикер парламента стал премьер-министром, и вот это первый визит нынешнего премьер-министра в Армению, а прежний визит, скажем, если не ошибаюсь, Пашиняна был в Тбилиси буквально в январе, то есть очень плотная динамика контактов, то визит Токаева, визит президента в целом, президента Казахстана в Армению последовал после 23-летнего, по-моему, перерыва. За 23 года президент Казахстана ни разу не посещал Армению с таким официальным визитом. Были рабочие визиты, но в рамках проведения в Армении каких-то заседаний, там ОДКБ или же ЕАЭС, но вот такого, значит, официального визита не было. Поэтому, конечно, он заслуживает очень серьезного внимания, особенно если учесть, что президент Казахстана ведь не просто так приехал в Ереван, он приехал с предложением. Два предложения я хотел бы выделить. Первое предложение – это предложение, касающееся фасилитации диалога между Азербайджаном и Арменией. Второе предложение, касающееся разблокировки путей сообщений и возможного участия Армении в тех транспортных проектах, в которых участвуют Казахстан, Азербайджан и другие региональные участники. Поэтому с практической точки зрения это совершенно разные визиты и по характеру разные визиты. Вы совершенно правильно сказали, Михаил, что Токаев многоопытный политик, дипломат прежде всего. И вот есть какая-то надежда на то, что те предложения, которые озвучил Токаев в Ереване, могут быть реализованы и с пользой для дела. Почему? Потому что Токаев имеет большой авторитет в тюркском мире, он имеет, конечно, большой авторитет в Азербайджане, имеет большой авторитет в Турции. А это тоже немаловажно в условиях, не ведет переговоров также с Турцией по разблокированию коммуникаций, по открытию границ. Поэтому предложение такое очень и очень такие конкретные и достаточно прагматичные. Если Пашинян говорит о необходимости реализации проекта «Мирный перекресток», он должен понимать, что «Мирный перекресток» без открытия границ между Азербайджаном и Арменией и Арменией Турции невозможно. А ну, откроет он границы, а дальше что? Он должен впрягаться в те региональные транспортные проекты, которые здесь реализовываются. А без участия Казахстана тоже не обойдешься, потому что Казахстан является одним из активных участников этих проектов. Вот поэтому это практическая ценность этого визита и практическое предложение. И еще я хотел добавить, я знаю, у вас есть вопросы, но позвольте такой щепетильный момент отметить. Здесь дело в том, что Токаев прибыл в Армению в позиции также действующего председателя ОДКБ. А мы знаем, что Армения заморозила свое участие в ОДКБ. Для Токаева нужно еще, в общем-то, эту самую повестку ОДКБ каким-то образом затронуть в своем визите, потому что в рамках председательства Казахстана в ОДКБ есть определенные
программы, в которых должна участвовать Армения. Армения срывает все планы, что называется, своим неучастием. Так вот, конечно, здесь еще есть такие практические моменты. А с другой стороны, Армения является действующим председателем ЕАЭС, где участвует Казахстан. А в рамках ЕАЭС тоже есть определенная, ну, скажем так, проблематика, которая требует, скажем, участия всех стран. Разная по характеру, но так или иначе она требует каких-то согласований. И здесь тоже, скорее всего, в какой-то степени был обмен мнениями, я так понимаю. Обе страны находятся в очень щепетильном положении в отношении к России, потому что так или иначе их связывают с возможностью обхода санкций, скорее всего, и этот вопрос поднимался. В общем, очень целый ряд практических вопросов. То, что с грузинской стороной обсуждать по понятным причинам невозможно. Здесь все-таки другая специфика. Арцах – это ресторан. Эту фразу произнес не какой-нибудь азербайджанский политик, эту фразу произнес сам премьер-министр Никола Пашинян. Не просто Арцах – это ресторан, а Арцах – это ресторан в Идживане. Да, это город в… Не слышу вас? Элитный ресторан. Да, элитный ресторан советский. Элитный ресторан в Идживане. Это, кстати, очень красивый, колоритный город в Армении. А вот, ну, скажу так, да, то есть для Пашиняна, то есть Пашинян, безусловно, он… идет против ветра, да, то есть он идет в унисон с ветром времени, Пашинян, но он идет против ветра настроения армянского общества, так. Опять же, я не проводил социологию в Армении, но мы знаем из Гумилева, что всегда есть небольшая часть пассионарных людей, которые навязывают повестку дня всем. То есть, попросту говоря, они всем затыкают рот. И простые люди, которые не хотят ввязываться в никакие обсуждения, не молчат. А говоруны, они как бы формируют дискурс. Так вот, Пашинян идет против этих говорунов. И, откровенно говоря, Азербайджан подсобил Пашиняну, деоккупировав Карабах, да, потому что после этого Пашинян, он сам это говорит, стал чувствовать себя увереннее. Но он это как бы описывает, как у меня открылись глаза, и, скажем, историческая Армения, точнее, реальная Армения, должна провести делимитацию с мифической исторической Арменией. Иначе историческая Армения, она просто, ну, будет мешать развиваться реальной Армении. Так вот, Ильгар, у меня к вам такой вопрос. Да, вот, понятно, что риторика Пашиняна, она становится грубее. Вот просто грубее. Пашинян не мог не понимать, что это его цитата, она будет выхвачена, да, и растиражирована всеми, в том числе и в Азербайджане. Вот что это такое? Да? Это же определенный знак, знак к своему обществу и так далее. Вот что это такое? Это первый вопрос. И второй вопрос, знаете, вот формула одного известного революционера. Вчера было рано, завтра будет поздно, промедление смерти подобно. Самое главное качество политика – это чувство времени. Вот Алиев чувствовал время и деоккупировал Карабах тогда, когда он должен был деоккупировать Карабах. Это признак масти политика, его класса. Да? Вот очевидно, что Пашинян считает, что он тоже чувствует время. Очевидно, он считает, что он уже победил глубинное государство в Армении, которое, безусловно, оно наводнено карабахскими настроениями вот этого карабахского клана и так далее, потому что оно формировалось под влиянием карабахского клана. Вот как вы считаете, наступило ли время, действительно ли Пашинян понимает, что он теперь может дергать за ниточки все? Ну, посмотрите, во-первых, Пашинян это все, вот совершенно неправильно сказать, он это все эти признания делает под влиянием победы Азербайджана. Вот не было, вот, писать, не было бы победы, Арцах, как он говорит, был бы, скажем, вот такой, да, условно говоря, осязаемый, и как говорил он сам, как бы частью некого вот того, той исторической Армении, о которых они говорят. Но под влиянием азербайджанской армии
победы азербайджанской стороны, он поменял свое мировоззрение. То есть вот что крест животворящий делает, да, образно говоря, используя известное выражение из известного фильма. Так вот, я должен сказать, что это лишний показатель того, что силовой вариант решения проблемы, он дает эффект, несмотря на то, что многие политики, западные политики, в частности, утверждают, что это не и утверждали, что это не так, и сейчас утверждают. Так вот, вот он результат. Это опровергает вот эту ложную тезу о том, что все конфликты должны решаться только мирным путем. Оказывается, нет. Есть конфликты, которые нужно не можно, а нужно решать военным путем. Вот он тебе, значит, хороший пример. Но вторая часть этого вопроса. Пашинян, как бы мы к нему ни относились, вот нужно это тоже сказать, он тонко чувствует время. Он очень хорошо чувствует время. В 18 году, когда то есть, настал значит, час Икс, да, будем говорить, Пашинян немедля вот реализовал вот этот сценарий, то есть осуществил революцию. Сейчас по-разному к этому можно относиться, что Пашинян – это проект неких сил, его специально туда привели, никакой революции он сам не осуществлял, он был какой-то пешкой в этой игре. По-разному можно относиться к этой ситуации, но в любом случае он смог стать той фигурой, которая была вот, необходима вот в нужный момент. Поэтому он знает эту ситуацию. Кстати говоря, он исключительный конъюнктурщик. Тогда он говорил совершенно другие вещи, играя на конъюнктуру, кстати говоря. Говорил о том, что, в общем, Карабах – это Армения, точка и так далее. Тоже играл на конъюнктуру, пытался оседлать, значит, повестку времени. Повестка поменялась, со сменой повестки меняется и Пашинян. Он как хамелеон меняется со сменой повестки. Но здесь очень важно с точки зрения политика, тем более такого политика, это все-таки популист. Ему нужно создать эйфорию, атмосферу в обществе, которая бы ну, в какой-то степени ему помогла в реализации его цели. Он все время старался, значит, реализовывать свои проекты, используя фактор общественной эйфории. Сейчас, конечно, не до эйфории после всех этих событий, но вот сейчас он педалирует другими темами, другими вопросами. Он говорит о том, что, в общем, случилось то, что случилось. Азербайджан по-прежнему сильный. Мы не в состоянии с ним бороться. Так зачем бороться с Азербайджаном? Так давайте признаем реалии, какие они есть. И, в общем, расслабимся, что называется. Будем получать удовольствие от того, что мы сейчас имеем. Максимально удовольствие от того положения, которое сегодня у нас есть. И он начинает говорить о преимуществах. Вот в этой ситуации он говорит о преимуществах. Вот на, как он говорит вот в этом дискурсе, он фактически фасилитирует дискурс и говорит о том, что вот наше преимущество. Наше преимущество – активизация взаимоотношений с Западом. Запад нам может помочь, но условия такие. Нужно каким-то образом выстраивать продуктивные отношения с Азербайджаном. Вот мы хотим реализовать мирный перекресток. Если бы Азербайджан и Турция, если они будут у нас постоянными врагами, мы не сможем стать мирным перекрестком, мы не сможем реализовать наш экономический и так далее потенциал. Ну, все об этом он говорит. Но абсолютно верно, это вызывает недовольство тех реакционных сил, не знаю, тех политических традиционных акторов, которые привыкли, ну, в смысле, играть другую пластинку, да, вот заводить другую пластинку. Для них это, конечно, угроза их ценностям, угроза той мифической Армении. Кстати говоря, про мифическую Армению. Сами же армянские историки насчитывают 27 Армений. Я, помните, посылал вам карту, вы видели эти армянские источники. Там Месопотамская Армения, Перс-Армения, Верхняя Армения, Нижняя Армения. Так что, чтобы не путаться в этих 27 Армениях, Пашинян и говорит им, что вот есть одна Армения, реальная, вот 27, вернее, 29
743, по-моему, тысячи квадратных километров. Вот наша реальная страна, в рамках которой мы должны действовать. Он, в принципе, старается обратить внимание и своего общества, и всех, кто выступает против этого, на эти реалии и говорит о том, что, в общем-то, без этих реалий мы, без того, чтобы мы, скажем, не оседлать эти, использовать в свою пользу, мы дальше двигаться не можем. Вот в это время приезжает Акаев и говорит, что вот хочешь оседлать реалии, вот у меня есть серьезные, значит, отношения с Турцией, с Азербайджаном. Если мы с тобой договоримся, мы можем, в общем-то, здесь продвинуться и в реализации твоих проектов. Поэтому, конечно, Пашиняну сейчас гораздо более важно, чем, значит, какие-то абстрактные вещи. Вот вы, Ильгара... Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте друзьям. Обращаюсь к вам с просьбой, поддерживайте YouTube-канал финансово, материально. Это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине, либо Азербайджане, Италии, Австрии, Германии. Это можно сделать через PayPal, через там Revolut. Если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью там криптопереводов, с помощью того же PayPal. В общем, друзья, буду вам благодарен за поддержку канала. На самом деле это очень удобно сделать. Вот тот же самый Revolut позволяет с любой карты абсолютно по ссылке задонатить на развитие канала. Пожалуйста, друзья, не забывайте поддерживать. Я вам буду благодарен за поддержку. Спасибо. Вы, Ильгар, сказали о том, что Пашинян политик-популист. Я здесь с вами абсолютно согласен. Собственно, как любой политик, он популист. Разница в калибре. Да? И вы знаете, вот Пашинян сделал уникальную вещь. По сути, Пашинян, то есть Армения при Пашиняне проиграла войну. Но Пашинян себя теперь ведет так, как будто бы он, Пашинян, пришел к власти после того, как Армения проиграла войну при другом Пашиняне. То есть вот есть Пашинян один, есть Пашинян 2, да, то есть то, о чем вы говорите. То есть в 2018 году у него была совершенно противоположная риторика, понятно почему, потому что ему нужно было оседлать систему. Ну, то есть, если хочешь менять систему, стань царем горы. Если ты не царь горы, тебя система затопчет. Это везде, в любой стране. И сейчас Пашинян сделал вот такой кульбит в воздухе, и фактически он себя позиционирует как политик новых веяний, как будто бы не было 6 лет. Да? Это же тоже уникальная история. И самое главное, Эльгар, что нет на политическом пространстве Армении ни одного человека реально, который бы мог сформулировать антитезу по отношению к Пашиняну. Вот настроения в обществе есть разные, а политиков нет. Вот есть реально только один Пашинян. Политики есть, лидеров нет. Я с вами совершенно согласен, Михаил. Знаете, как это получилось? Дело в том, что Пашиняну удалось победить на выборах уже поражение в Карабахской войне. И используя вот эту победу, он фактически переродился, он использует эту победу, говорит о том, что я другой Пашинян. То есть на самом деле, так как это не парадоксально, люди уже проголосовали за другого Пашиняна, который вот как бы принял итоги 44-дневной войны по факту, потому что они проговорили Пашиняна, который подписал трехстороннее заявление, да, фактически. Но это тоже, наверное, какая-то феноменальная ситуация в современной истории. Да? Но так или иначе, Пашинян абсолютно верно, он пытается, скажем, стать политикам, ну, если ты хочешь быть актуальным политиком, ты должен действовать в рамках тех процессов, которые сегодня реально актуальны, а не в рамках каких-то мифологем. И он пытается вот стать вот таким прагматичным политиком, который вот продвигает эти самые реальную политику, вот как он говорит, реальную Армению. Здесь противоречие заключается в том, что он это все на вербальном уровне пока делает. То есть он все это вот он говорит, мы четыре села должны передать, мы это делать должны. Но это все на вербальном уровне. Каких-то серьезных рывков и каких-то конкретных решений ни в одном из тех направлений, о которых мы говорим, не было сделано. Вот в чем дело. То есть это говорит о его популизме. То есть он больше говорит, чем делает.
Любой популист больше говорит, чем делает, да, как бы он пытается на вербальном уровне создать ситуацию, что вот как бы он и есть тот реальный политик, который все это сделает, но шаги, которые он предпринимает, пока что, к сожалению, не видны. Вот примерно такая ситуация. Под разным, значит, при, значит, ну как вам сказать, здесь есть много объяснений, почему это не делает он, да, и, ну, есть очень серьезное сопротивление, все-таки он понимает это сопротивление. Кстати говоря, у него сопротивление, в частности, по этим четырем селам, есть и внутри своей же собственной партии. Вот в чем вопрос. Он фасилитирует дискуссию, он открывает эту дискуссию и для своей партии, и для общества, и для вот этого спюрка, этого диаспоры, как они. Со всеми он пытается вот этот дискурс наладить, и насколько он, вот этот дискурс будет продолжительным, насколько будет эффективным, каким результатом он приведет. Он сказал, мы должны менять конституцию, мы должны менять герб, мы должны менять гимн. Это все его затравки, это все он говорит. Ну где, конституцию поменяли, начали работать в этом направлении? Нет. Герб стали менять? Нет. Гимн стали менять? Нет. Четыре села стали передавать? Нет. Мирный перекресток, как вот с картой этой носится по всему, где-то в каких-то вопросах есть конкретные продвижения? Нет. И таких нет очень много. Вот это и характеризует его как человека довольно противоречивого. Ты, с одной стороны, говоришь, мне он напоминает в какой-то степени Горбачева, который тоже говорил о каких-то значит, тезах, все время говорил с народом, с людьми, все время он предлагал какие-то проекты. Ильгар, дорогой. Ильгар, дорогой. Ильгар, дорогой, но процесс-то пошел. Да, вот знаменитая фраза Горбачева. Процесс пошел. Совершенно верно. Процесс пошел, но в случае с Горбачевым он привел к распаду, развалу государства. Да? Вот как, к чему приведет этот процесс, тоже мы пока еще наблюдаем. В общем-то, вы знаете, конкретных выводов пока сложно делать, потому что его ведет вот такой же, вот, примерно такого же типа человек, как и Горбачев тогда. В общем, вот так. И, кстати говоря, вот тоже один очень важный момент, я должен об этом сказать. Горбачев все время не заигрывал. Он в качестве партнера в реализации своих проектов видел западные страны. Да, как бы, ну, в его понимании это другая ситуация, другая специфика. Но всегда партнером выступали вот именно западные страны. Он больше там с западными лидерами общался, чем даже, вот, скажем, со своими, значит, с теми, кто считался сателлитами советскими. Да? То же самое примерно делает Пашинян. Он тоже считает, что решение придет от взаимоотношений, усиления, укрепления взаимоотношений Армении с западными странами. Ну, вот такая аналогия. Ильгар, и в завершении передачи не могу с вами не поговорить на тоже очень важную тему. Эта тема касается Украины. Идет очень сильная война. Кстати, надо сказать, что думаю, что на армянское общество действует российско-украинская война тоже. Вот тоже она действует, потому что никто не хочет большой войны. И армянское общество понимает, что такое большая война. Да. Так вот, ну, на примере российско-украинской войны, российской агрессии против Украины. Так вот, о чем я хотел поговорить с вами, Ильгар? Вот есть такое выражение «жизнь ничему не учит». Ну, есть такое выражение «жизнь ничему не учит». И у меня такое ощущение, что жизнь ничему не учит у некоторых, скажем, украинских экспертов, да, украинских политологов, которые продолжают смотреть на жизнь сквозь розовые очки, и в которых бегают розовые западные пони. И это большая проблема. Вот на протяжении этой недели я читаю, скажем, ленту Фейсбука, и я ошарашен. Все как-то с обидой воспринимают тот факт, что Америка
не защитила Израиль. Понятно, что это была постановка, мы уже видим, все было практически сбито. Это был такой, ну, была такая игра с разных сторон. Но в любом случае, в рамках этой игры Америка как бы показала свою солидарность. Да? Значит, Америка не закрывает небо над Украиной, несмотря на призывы президента Украины Владимира Александровича Зеленского. Европа не закрывает небо над Украиной. Если ракеты летят возле территории Польши, пролетают, Польша их не сбивает, Румыния не сбивает БПЛА. И мы услышали, собственно, от Дэвида Кэмерона на этой неделе, что, на минуточку, о чем мы должны сбивать. Это разные истории. Израильский кейс и украинский кейс – это разные кейсы. И это очень обижает граждан Украины. Очень обижает граждан Украины, экспертное сообщество. Я вообще задаюсь вопросом. А, собственно, от чего обижаться? Ну, от чего обижаться? Мы что-то другое, значит, ожидали от Запада, да? Мы что-то другое ожидали от Запада? Мне кажется, что все-таки борьба Украины против российской агрессии, против диктатора Владимира Путина, это борьба Украины. На Западе никто не считает, что Путин пойдет дальше на Запад, будет атаковать НАТО, Европейский Союз. И сколько не произнеси снова халва, во рту слаще не станет. Не убедишь ты Запад, и, объективно говоря, предпосылок к этому тоже нет. То есть, по сути, оказывается, что вот как бы мы, да, не старались это представить как борьбу двух осей зла, где Украина за добро, а все остальные, значит, и Тегеран, Пхеньян, Москва – это за зло, рядом с нами Запада нет. Запад договаривается с Россией, то есть мы сам на сам с государством-агрессором России, и при этом обижаемся на Запад. Почему так происходит? Откуда вот эти вот инфантильные обиды на Запад? Михаил, дорогой, мы всегда говорили, вы со мной уже больше 2 лет общаемся, да, мы, значит, я очень рад этому общению всегда, и очень рад, что одним из первых, наверное, даже первого азербайджанских клуба, который на вашем канале выступал. И с самого начала я старался очень осторожно относиться к этой ситуации. Никогда не позволял себя каких-то хайповых заявлений, каких-то таких бравурных вещей. К большому сожалению, к огромному сожалению, это, наверное, моральная проблема, что люди, которые говорят такие вещи, просто хайпуют на украинской тематике. Просто хайпуют. На трагедии хайпуют. Потому что понимают, что есть ожидания, да, какие-то вообще, это вполне понятные ожидания. Люди в надежде ожидают и помощи, и содействия, и так далее. И вот хайпующий некий, значит, товарищ, который выходит, или не того, господин, не знаю, как хотите, пан, который выходит и говорит о том, что вот вы, вот все будет нормально, все вот будет вот по той логике, о которой мы говорим. Ну что вы, как же Конгресс выделит деньги? Этого не может быть, чтобы, потому что зло нужно победить, потому что орки, все такое поднимаются, а мы, люди Запада, скажем так, будем так говорить, люди, которые выступают на стороне добра, не можем иначе действовать. Вот какая-то такая сюрреальная ситуация, да, вот, возникала. И к большому сожалению, очень большому сожалению, люди, общество, не только, кстати говоря, в Украине, но и сочувствующие за пределами Украины, их тоже очень много достаточно, тоже в это верили. Вот в эту розовую иллюзию с розовыми пони они в это верили. Хороший, значит, с нимбом на голове западный политик, который придет и обязательно, или политики, которые придут и помогут. Вот они приезжали в Украину, часто приезжали. Когда у них рейтинги опускались, они приезжали в Украину и говорили, мы с вами. Мы, кстати, такой же эпизод был с Израилем. Там рядом нет, там опасно. Больно. Но тоже приезжали, тоже вначале все там, не знаю, кто там по перечню эти премьер-министры, министры иностранных дел, министры обороны, кто там в Израиле не был. Сейчас они его обходят по разным причинам, потому что сейчас как бы не Камильфо его поддерживает, там то, что происходит в Газе, их пугает. И поэтому они в стороне. А что же вы были, все скопом побежали в Израиль? Вот примерно такая же ситуация с Украиной. Сколько к вам приезжали, наведывались, говорили, так позировали на линии фронта. Вот в чем вопрос. И сразу у него карма увеличивалась, да, как бы.
Это свойство политиков, к большому сожалению. Мы говорили о Пашиняне как о популисте. А что, они не популисты? Они тоже популисты, они тоже бегают за голосами избирателей, тоже, значит, а эксперты хотят больше аудитории, чтобы лайков больше побольше было, стримы, чтобы заходили, что называется. Вот в чем проблема. А когда ты начинаешь говорить какую-то, что они входят в эту концепцию, все, ты начинаешь становиться как бы одиозным, значит, приверженцем оси зла и так далее. И еще один момент. Вот очень показательный момент. Вы сказали, сейчас тиражируются везде и этими экспертами некая конструкция оси зла. Россия, Иран, Китай. Правильно? Часто же говорят, очень часто же эту ось называют. А Шольц поехал туда просто спасать положение, потому что одним из основных, если не основной, второй экономический партнер за пределами Запада как раз-таки является Китайская Народная Республика для Германии. И вот в чем вопрос. И, кстати, до этого наведывался туда и, значит, Макрон, и руководство Евросоюза. Все они говорили о том, что мы туда едем исключительно или в значительной части, потому что мы просим Китай не оказывать помощь России. Но на самом деле все понятно, что нормальный, то есть трезвомыслящий человек поймет, что это как раз-таки не об этом. Но вот эти эксперты, которые, о которых вы говорите, или же, там, условно говоря, лидеры мнений, либо они живут в таком представлении мире каком-то, таком иллюзорном, либо они, значит, создают такой намеренный искаженный картину. Ильгар, вы знаете, вы меня пугаете. Я вас честно начинаю бояться, потому что пока я вас слушаю, я открываю свой телефон и смотрю ссылка на издание «Политико» известное. Значит, с таким заголовком: «Шольц хочет, чтобы Си Цзиньпин заставил Россию установить войну. Си хочет, чтобы Запад перестал вооружать Украину». Это так «Политико» комментирует встречу Шольца и председателя Си. То есть то, о чем вы говорите. То есть эта встреча уже демонстрируется, да, как, ну, некая роковая встреча, встреча, меняющая судьбу мира, встреча, ради которой Шольц специально прилетел в Пекин. Для кого, ну, это, знаете, для кого это церковь? Ну, вот это как алиби у преступника. Как бы у меня алиби. Я туда поехал для того, чтобы, как бы, условно говоря, ну, условно преступник, конечно, не преступник какой. В общем, что я вот поехал туда вот исключительно ради этих целей. Моя миссия была очень благородна и так далее. И это же надо продать обществу своему. А общество должно это купить, да, условно говоря. И очень многие в это верят, да. И в это очень многие верят. И, кстати говоря, вот если посмотреть на результаты этих визитов, я еще не, я имею в виду не только этот визит Шольца. Кстати говоря, давайте посмотрим, насколько они часто туда вообще ездили. Последние годы такой, это очень частые поездки в Китай. Вот в прошлом году с огромной, с большой делегацией находился президент Франции Макрон, который умудрился подписать многомиллиардные контракты с Китаем. Видимо, он подписал их, можно это так, значит, продать, да, скажем, что в обмен на то, чтобы Китай не помогал России. Только после этого эти все контракты заработают. Я вас уверяю, Михаил, при желании даже в эту чушь можно поверить. А ведь, значит, вот эти эквилибристы слова, которых развелось очень много, они в какой-то степени в этом и аудиторию убеждают, говорят, что, вы знаете, это не так. Мы вот как бы политико-дипломатическими методами пытаемся урегулировать этот сложный конфликт. То есть получается, что в этой оси зла они пытаются взаимодействовать с Китаем, чтобы эта ось зла как бы нарушилась. Ну, в общем, абсолютно билиберда, даже не хочется об этом говорить долго. Просто, вы знаете, когда в обществе формируются иллюзии, и они укореняются, а потом надо объяснять, почему это не произошло. Помните, у Черчилля прекрасное выражение есть: искусство политика заключается в том, чтобы сначала наобещать людям делать политические обещания, а потом объяснить, почему из этого ничего не вышло. Вот сейчас они демонстрируют свое искусство политиков. И, кстати, искусство
Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте друзьям. Обращаюсь к вам с просьбой, поддерживайте YouTube-канал финансово, материально. Это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине, либо Азербайджане, Италии, Австрии, Германии. Это можно сделать через PayPal, через там Revolut. Если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью там криптопереводов, с помощью того же PayPal. В общем, друзья, буду вам благодарен за поддержку канала. На самом деле это очень удобно сделать. Вот тот же самый Revolut позволяет с любой карты абсолютно по ссылке задонатить на развитие канала. Пожалуйста, друзья, не забывайте поддерживать. Я вам буду благодарен за поддержку. Спасибо. Смотрите, Ильгар, я вам скажу, как есть. Я считаю, что вот есть диктатор Владимир Путин, который совершил агрессию против Украины. Путин преступник. А западные лидеры, то, что они делают, они совершают преступление, ну, наверное, менее страшное, хотя, может быть, не менее страшное. Да? Это преступление связано с ложью и очковтирательством. Так? То есть, по сути, то, что происходит, они пытаются показать, что, то есть они своим поведением, своим вот этим лоском, своей риторикой, своими постоянными разговорами о ценностях. Кстати, вы знаете, громче всех «держи вора» обычно кричит сам вор. Ну, так вот бывает по жизни. Так вот, разговорами о ценностях они втирают Украине ощущение, что это общая борьба. И люди, простые люди, которые страдают от российской агрессии, которые сидят без света, которые теряют близких, которые, близкие которых становятся калеками, да, на всю жизнь из-за российских оккупантов, они верят это, они верят то, что вот те, кто находится вот в Европейском Союзе, в Америке, они помогают Украине, так? И они рядом с Украиной. И вот это, на мой взгляд, вот страшное преступление, которое совершает Запад, да? То есть Запад, давайте скажем все как есть. Вот давайте, Ильгар, мы скажем все как есть. Что сейчас происходит? Ну, мы оба знаем, что сейчас происходит на фронте. Значит, Запад заставляет Украину, и об этом, кстати, говорит и Владимир Александрович Зеленский, президент Украины, и Дмитрий Кулеба, кстати, министр иностранных дел. Кстати, Кулеба правильно сказал. Вы нас обвиняете в том, что мы ударяем по российским НПЗ? Так дайте нам противовоздушную оборону. У вас их тысячи. Дайте нам, Украине, Патриот. Президент Украины сегодня заявил о том, что в Киевской области вот это вот, ну, ТЭЦ, да, которая разгромила Россия, она разгромила по одной причине, потому что у Украины уже не хватило ракет. Вот, это вина Запада. Да, это вина Запада. Так вот, почему это происходит? Потому что Украину принуждают к миру, да, то есть Украину принуждают к тому, то есть так Украину вгоняют в такие обстоятельства, когда бы Россия оккупировала остатки Луганской и Донецкой области, так. То есть, по сути, чтобы то, что Россия сделала, ее аннексия, да, ну вот, скажем так, юридическая, она была приведена, скажем так, к аннексии фактической. То есть аннексия фактическая была приведена к аннексии юридической. И поэтому Запад тормозит и недостаточно помогает Украине. И меня никто не убедит в обратном. То, что творится в Америке, то, что творится в Европе, это не игры. Да? Это все не игры. Гибнут граждане Украины. Президент Украины Владимир Зеленский постоянно обращается. Ну, дайте помощь, ну, помогите. Но вы понимаете, как бы Украина же в вас поверила. Украинцы жили этой евроатлантической мечтой. А где обещание, что Украина вступит в НАТО? Где вообще? Ну, то есть какие-то практические шаги со стороны Запада. То есть вы понимаете, Ильгар, вот оно все вот на самом деле, оно очень удручающе воспринимается, потому что вот У меня такое впечатление, что на одной скамье, исторической, по крайней мере, да, должны сидеть не только Путин, но и кое-какие другие лидеры. Михаил, с вашего позволения, да, посмотрите. Одним из первых западных политиков, правда, отставных,
который сказал о том, что, в общем-то, нужно рассмотреть план принятия Украины в НАТО и в ЕС без восточных областей и Крыма, был Андерс Форк Расмуссен, бывший генеральный секретарь НАТО, мы все прекрасно знаем. Сейчас этот товарищ, который нам всем не товарищ, подвязался на роли лоббиста Армении за деньги. Он это проводит лоббистскую деятельность и, в общем, выступает на ниве защиты интересов Армении. Вот очень интересный момент. За деньги. Вот что не сделаешь, а, кстати говоря, товарищ рылится в пушку, он, значит, проходил по очень известному процессу, где его обвиняли в том, что, в общем-то, не зарабатывал нечистые деньги. Так вот, давайте посмотрим. Вот если вот этот человек был генеральным секретарем НАТО, я сейчас не хочу сказать, что все генеральные секретари такие, как Асмуса, но говорить о том, что вот эти структуры не застрахованы от того, что в их рядах есть такие кадры, я думаю, что нельзя. То есть если есть такой, значит, кадр, фрукт, будем его так называть, то, наверное, есть и такие, такого же плана люди в других, значит, кабинетах сидящие, которые, возможно, и принимают решения. Дело в том, что Расмуссен не сам по себе эту идею озвучил. Он не сам по себе это сделал. Никогда бы его и вот эту самую тезу не разрекламировали бы, если бы он это сделал самостоятельно. Сказали, сиди, заткнись. Это не твоего ума дело, ты не туда лезешь. Но это распиаренный тезис был. Почему? Потому что бросали пробный шар, вернее, пробный камень. А что делал, кстати говоря, глава аппарата НАТО? Вы помните, тоже заявление там достаточно такое противоречивое было, потом он ее дезавуировал, что это не я, меня не так поняли. Вот примерно в таком же ключе. Хочу сказать, что вот такие... Значит, ну, скажем так, настроения, они есть. Просто они не выходят наружу. Они купируются до поры до времени. А потом раз, и то там, то тут будут делаться вот подобного рода. Когда придет время, им просто дадут трибуну. Сейчас их выпускают для того, чтобы, ну, скажем, протестировать общественное мнение. Украина дает жесткие отпоры. Потом говорят, нет, что вы, это он частное лицо, не выражает мнение каких-то политических кругов. А потом окажется, что этих частных лиц, условно говоря, на должностных позициях очень много. И они выражают не только общественное мнение, а, возможно, и мнение достаточно влиятельных кругов. И, к большому сожалению, вот я почему это говорю? Потому что, когда ты просыпаешься, вот это просыпание бывает очень... достаточно, ну, скажем так, печальным, ну, не печальным, а с большими последствиями. Это шок. Ты просыпаешься и видишь вот это все. А ведь это все вызревает на протяжении длительного времени. Ну, какой-то отставной политик, ну, какой-то отставной чиновник, ну, допустим, ну, там не принял Конгресс, ну, там какие-то свои трения. Все можно... вы знаете, все оправдать. Но потом это вырастает в такой ком, с которым, которого игнорировать уже нельзя. Вот еще один какой-то, какой, хотел бы пример привести, очень характерный. Сейчас идет обсуждение о том, что, в общем-то, корпус стражи исламской революции нужно признать в качестве террористической организации. У них даже на это не хватает смелости. Они не могут ее признать. Они говорят, что мы не можем это сделать, потому что это государственная структура, мы таким образом признаем террористической страной Иран. Мы этого не можем допустить. Ну, о чем вы говорите? Поэтому у каждого, конечно, свой резон, и этот резон, скажем так, исключительно продиктован их, вот, скажем так, политической натурой этих людей, политической сущностью. Там, вы знаете, нет... там есть... только один фактор. Фактор политической целесообразности. Вот что ими движет. Если это политически целесообразно, они будут принимать решения. Если это не целесообразно, они этого решения принимать не будут. Они не будут идти, как вы говорите, против ветра, против конъюнктуры,
против интересов, значит, подавляющего большинства электората, так сказать. Да, Эльгар, то, что вы говорите, оно справедливо, но вы понимаете плохо, что некоторые эксперты в Украине, они верят в Запад. Вот верят, знаете, вот я всегда был убежденным сторонником евроатлантической интеграции Украины. И в какой-то момент, там скажу, российская агрессия против Украины, 2 года российской агрессии, войны полномасштабной против Украины, ну, они открыли мне глаза. Вот я век живи, век учись. Это правда. Я не стесняюсь говорить. Я действительно вот понял, что многое из того, что я когда-то считал, даже говорил, ну, это нонсенс. Но, знаете, вот хорошо, когда ты это понимаешь в процессе, но хуже, когда спустя 2 года ты продолжаешь, ну, вот верить вот в розовых пони, как некоторые эксперты в Украине. Понимаете, они продолжают говорить о том, что мы являемся форпостом, защищающим Запад от российской агрессии. Украина является форпостом, защищающим Запад от российской агрессии. Но знаете, что плохо? К сожалению, на Западе так не считают, что Украина форпост, защищающий Запад от российской агрессии. Запад договаривается с Россией. И мы с вами это говорили применительно к обходу санкций. И теми же и про те же алмазы, которые чудесным образом стали реэкспортировать россияне через Армению в тот момент, когда алмазы попали в очередной санкционный пакет Европейского Союза. И тут дело не в Армении. Тут дело в том, что Запад, тут вопрос не в Армении. Запад договаривается с Россией. Давайте признаем, Запад договаривается с Россией. И это вот большая проблема, что мы не смотрим трезво на то, что происходит, потому что кроме нас, да, вот Украина больше никому не нужна. Вот так сильно, как она нужна гражданам Украины, жителям Украины, гражданам Украины, Западу. Запад – это не друг. Да? Запад – это союзник, с которым у нас могут сходиться интересы, а могут не пересекаться интересы. Это сказал не я, это сказал лорд Пальмерстон Великобритании. В Великобритании нет друзей, в Великобритании есть интерес. А мы почему-то считаем, что Запад вот это вот наш друг, который во всем, скажем так, с нами. И более того, вот Запад, все, что вот Запад говорит, какие реформы проводить, что еще делать, этому нужно следовать, потому что Запад это вот, ну, образчик всего, вы понимаете? Ну, вот мне это сложно осознать, да, ибо я вижу пример Азербайджана. Запад как был против Азербайджана, так до сих пор против Азербайджана. Но вы знаете, я вам скажу, собака лает, караван идет. Азербайджанский караван, он достиг Карабах. Я, вы знаете, мне сложно что-то... Одну вещь хотел бы сказать, просто вот на пальцах, да, чтобы вот эти иллюзии каким-то у тех, у которых еще есть эти иллюзии, просто рассеять. Вот посмотрите, есть очень известный западный миллиардер, ну, который обладает очень многими фондами, его называют филантропом Джордж Сорос, правильно? Ну, понятно, что русские его не любят, Россия его не любит по определенным причинам, понятно, цветные революции и так далее, и так далее. Ну, вот этот Джордж Сорос является как бы образчиком, или же, как сказать, да, ну, скажем, таким флагманом демократии, является олицетворением демократических институтов, всяких неправительственных организаций, которые исключительно преследуют цель улучшить ситуацию в обществах тех или иных стран. Да? То есть это такое клише, о котором мы прекрасно знаем. С другой стороны, это факты, то есть мы говорим о фактах сейчас, ничего не придумываем, правильно? С другой стороны, тоже факты. Факты говорят о том, что, и это в западной прессе очень часто эту тему обговаривают, что Сорос является финансовым спекулянтом. Значит, ну, очень много мошеннических схем связано с самим Соросом. Это тоже общеизвестный факт. Наверное, никто не будет отрицать, что вот человек, финансовый спекулянт, занимался и финансовым мошенничеством и так далее. Очень много, значит, открытых источников, которые подтверждают этот факт. Теперь скажите мне, пожалуйста, может ли финансовый спекулянт
мошенник, значит, иметь неправительственные организации или покровить неправительственные организации, которые занимаются исключительно, в общем-то, вот такими благими намерениями. Как это может быть? Как это может уживаться в одном человеке? Мошенник не может быть филантропом и преследовать хорошие цели. Вот в чем вопрос. И сколько вот таких, условно говоря, таких фактов, таких примеров. Ильгар, знаете, с другой стороны, не согрешишь, не покаешься. Возможно. Но этой серии, конечно, и, значит, можно все оправдать, конечно. Ну, вот так. Вы знаете, я на что я всегда надеюсь и во что всегда верю. Это здравый смысл очень многих людей на самом деле, которые иначе смотрят на вещи, которые трезво смотрят. И, может быть, их в процентном соотношении не так много, чем те, которые готовы верить любым сказкам, которые им рассказывают. Но я очень надеюсь, и, по крайней мере, убежден, что у вас в аудитории вашего канала таких людей очень много. И мы вот с вами всегда, Михаил, когда свои беседы строим, мы рассчитываем на них, на их понимание, что они критически, пусть не надо верить в нам, но надо критически всегда относиться к фактам, к тем, к той информации, которая существует. Мы обращаем внимание вот на эту необходимость, на необходимость проанализировать, почему, скажем, одни говорят одно, а по факту происходит совершенно другое. Почему так происходит? И здесь я так понимаю, что единственный позитивный тренд, наверное, который можно отметить, это то, что люди начинают просыпаться. Люди начинают по-другому смотреть на эти вещи. Я очень на это надеюсь. И, естественно, и это не просто такая умозрительная надежда. Это люди, которые будут отстраивать новую Украину, там новое общество для наших стран с опытом вот этих ошибок. Я очень, очень надеюсь, Михаил, еще надеюсь, что аудитория у этих политических спекулянтов, которые все эти, значит, розовые очки пытаются все время, значит, людям навешивать, да, что называть, надевать на них, чтобы их аудитория постепенно уменьшалась. Ну, очень надеюсь, эта надежда убирает последние, наверное. Игар, спасибо вам большое. Мы сегодня хорошо с вами отработали. Друзья, пожалуйста, напишите в комментарии, как вам эфир. Можете, повторяю, написать, как вы меня ненавидите. Я всегда с большим удовольствием читаю эти сообщения. У меня есть, тем скажу, один зритель, которого я очень люблю. Вот, Карен, вам большой привет. Да, вот это зритель, который смотрит эфиры. Я как-то в одном из эфиров, я сказал примерно следующее, да, что вот вы можете написать, ну, то же самое сказал, друзья, как вы меня ненавидите, и, собственно, это поможет раскрутке эфира. И вот только выложил режиссер эту запись, первым сообщением вот пишет Карен, он пишет: «Я вас ненавижу». А более подробно я посмотрю и распишу. Поэтому я, честно, я благодарен всем зрителям, и не только Крену, но и другим зрителям. Если серьезно, друзья, спасибо вам большое. Смотрите эфир, комментируйте. На самом деле это очень-очень важно, потому что как бы вы ни относились там ко мне, к Ильгару, но то, о чем мы говорим, это трезвые вещи, которые необходимо знать. Мы не претендуем на истину, мы претендуем на то, чтобы работала голова. И просто вот как бы все думали и анализировали. Поэтому мы берем такую палитру тем. Спасибо, Ильгар, до новых встреч. Да. Михаил, последнее про надежду. Я очень надеюсь, что Карен вас в конце концов полюбит, потому что от любви до ненависти один шаг, и от ненависти до любви тоже. Так что вот так. Надежда.